Всем привет! Вы смотрите видео о главных изменениях оперативников калибра в обновлении 0.23.0. В этот раз мы добавим автоматическое переснаряжение, усилим двух щитовиков и ослабим третьего, доработаем цепь шаршарет и кое-что еще. Не будем терять времени, давайте начинать! В начале нового раунда или после возрождения оперативники часто оказываются с полупустыми магазинами, из-за чего приходится бежать к ящику с патронами или сражаться в невыгодных условиях. Мы исправим эту проблему с помощью автоматического переснаряжения. Если у вас в конце раунда останется хотя бы два неполных магазина, то при переходе в новый один из них будет заполнен за счет боезапаса второго. Изменения коснутся всех трех щитовиков. Барейра лишится 15 очков базового здоровья. Оперативник очень хорошо вооружен и имеет преимущество в виде щита, что и так делает его сильно живучим. Бразилец станет чуть тоньше, но все еще будет оставаться крепким орешком. А вот Бастиона с Тибетом ждет усиления. Начнем с первого. На 9 уровне у Бастиона появятся два новых улучшения. Среднее увеличит отражаемый урон способности на 40%, что позволит разогнать финальный показатель до 100%. Вы сможете возвращать весь урон от пуль и холодного оружия, но только в течение 2 секунд, и при этом не сможете двигаться. Нижнее же улучшение наоборот снижает показатели отражаемого урона на 40% и уменьшает время действия способности на 6 секунд. Зато дает другие приятные бонусы. Снижение входящего урона от пуль и взрывов на 60% и увеличение скорости передвижения на 30%. Таким образом, вы сможете выбрать два новых стиля игры. Либо через отражение урона, либо через повышенную защиту и скорость. Ну, или можно просто оставить старое верхнее улучшение, которое к тому же будет снижать стоимость применения способности. Выбор за вами. Переходим к Тибету. Спецсредство больше не будет оглушать противников игроков. Так, стоп, я же говорил про усиление. А, все, понял, сейчас объясню. Оглушение – один из самых мощных эффектов в игре, который не оставляет противнику шанса в перестрелке. В то же время у Тибета довольно слабое оружие, которое хорошо себя показывает только в связке с оглушением врага. Выходит, что пока у Тибета есть заряды спецсредства, он очень силен. А когда заряды заканчиваются, эффективность оперативника сильно падает. Поэтому вместо оглушения спецсредство будет накладывать на противников игроков эффекты подавления, замедления и дезориентацию на 4 секунды. Оглушение по ботам останется неизменным. А вот пистолет станет опаснее. Повысится бронепробиваемость на 10%, увеличится урон в голову и тело на 3 единицы, а также немного поднимется скорострельность. Это не все. Все улучшения 12 уровня будут работать независимо от того, есть ли рядом союзники. Мы также их немного поменяли. Подробности указаны в статье. Главная проблема цепи шаршарет заключается в том, что способность прерывается, как только союзник забегает за угол или за любое другое препятствие. Чтобы исправить проблему, мы добавили задержку прерывания цепи. Способность прервется только в том случае, если ее цель будет находиться за препятствием больше 1 секунды. Угнаться за союзником также станет проще. Шаршарет будет получать скорость перемещения цели на время действия способности. Кит и Боунс. Что их объединяет? Возможность пассивной реанимации союзников. Это единственные оперативники в игре, которые могут практически бесконечно поднимать союзников и вести бой в это же время. Мы считаем, что эти возможности слишком сильные и выбиваются на фоне всех остальных медиков, которые, собственно, и призваны заниматься реанимацией. Мы оставим возможность пассивной реанимации для Штандарта и Бадди, но увеличим ее длительность с 5 до 8 секунд. У Инджоу будут ослаблены пулевые патроны и спецсредства, но усилится дробь. В статистике почти по всем режимам Инджоу находится в топе, в том числе занимает первое место по запретам в рангах. Мы также часто слышим отзывы о том, что оперативник слишком силен. Поэтому мы ослабим бронепробиваемость и урон пулевых патронов, а также скорректируем снижение получаемого урона от генератора Эмми в меньшую сторону. А вот дробь будет усилена. Увеличится эффективная дистанция стрельбы и кучность. Если вы любите играть на средней дистанции, то обратите внимание, попасть по противнику станет проще. А на этом у меня все. Оставляйте ваши комментарии о ребалансе и читайте статью на сайте, чтобы узнать все подробности. Там указаны не только точные цифры, но и комментарии геймдизайнеров. Увидимся в бою. Ну и еще мы накинули по 10 здоровья Корсару и Фортресс.